Здесь она и началась. История Кэндимена. Он был местным, любил гулять по району и угощать детей конфетами. Но однажды дети нашли в сладостях лезвие. Вызвали полицию. Тогда я и узнал, что такое страх. На колени. Руки вверх. Руки! Его били, пытали и в итоге застрелили прямо у всех на глазах. Спустя несколько недель конфеты с лезвиями появились снова. Выходит, он был невиновен. Так он существует? Не он, а они. Это рой проклятых душ. Если ты здесь только ради Кэндимена, мой тебе совет. Беги отсюда. Эта история меня не отпускает. Продолжай. Здесь, в этом районе, родилась легенда. Ага. Если встать перед зеркалом и пять раз повторить Кэндимен, то он явится. Он явится тебе. Да быть не может. Кэндимен. Энтони, нет. Кэндимен. Хватит. Никаких страшилок на ночь глядя. Кэндимен. Черных братьев лучше не вызывать. Нет. Просто произнесите. Не смей. Его имя. Кэндимен. Даже не думай. Кэндимен. Кэндимен. Хочешь стать частью его истории? Нет. Кэндимен. Скажи его имя. Кэндимен. Энтони? Энтони? Энтони, что с тобой? Что, черт возьми, происходит? Этот район проклят. Я совершил страшную ошибку. Я позволил ему вернуться. Кэндимена не существует! Он выбрал тебя не просто так. Победой всем! Вы у нас новенькие? Ну же, давай. Кэндимен. Говори, я слушаю.